У нас продолжаются поединки 1/16 финала чемпионата Кыргызстана по борьбе на поясах «Алыш» среди мужчин и женщин в вольном и классическом стиле. В данном случае, на данный момент, идут поединки 1/16 финала среди мужчин в классическом стиле и на ковер. Оба спортсмена сейчас пытаются активно провести начало. Один балл, да, дается спортсмену в зеленой форме. Ну, вот эта стойка считается стандартной для борцов этого вида спорта. Держаться нужно за пояс соперника и попытаться бросить что? Сколько баллов? Один балл зеленому. Сейчас становится у нас 2-0. Еще балл зарабатывает спортсмен в зеленой форме. Да, требуется небольшое вмешательство арбитра. Да, можно продолжать. Время пошло. Ой, какой хороший бросок, а? Два. Хороший бросок, чистый. И два очка идет в копилку борца в синей форме. И еще становится 3-2. Да, тут предупреждение борцу в зеленом и очко его сопернику. Синим. Сейчас становится равный 3-3. Можно продолжать. На ногу сначала приземлился спортсмен зеленым, и поэтому нет, два балла дают. Два балла дают спортсмену в синей форме. Пять три. Oh.
Один балл в копилку спортсмена в синем. Чапани. Счет 6-3. Но до конца поединка есть еще достаточно времени, поэтому еще может быть все повернуто в другую сторону. Зеленому одно очко дается, 6-4. Держится за ногу спортсмен в синем. Да, требуется помощь медиков. Борьба продолжается, счет 8-4. Синему спортсмену дали 2 балла. И таким образом в этом поединке победу одерживает борец в синем чапане.